Отдел ГИБДД по городу курорту проводит операцию с кодовым названием «Неисправность». В усиленном режиме она пройдет с 11 по 20 сентября. Цель и задача данной операции – выявление транспортных средств с неисправностями, такие как ксенон, тонировка, обрезанные пружины, прямоточные глушители. В руках у инспектора специальное оборудование. У остановленного автовладельца несколько нарушений. Нелегальная перевозка пассажиров под видом такси, ксеноновые лампочки. У другого автомобиля отсутствует левая фара, а это потенциальная опасность возникновения аварийных ситуаций. Водителям транспортных средств следует думать не только о себе, но и о других участниках движения. Чтобы снизить уровень аварийности на дорогах, в первую очередь нужно начинать с себя.